И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на Генезисе втором. И сегодня мы пойдем за Мейвингом. Да, хотел бы сказать я, но давай сначала я покажу, что изменилось в доме. Ну, во-первых, я вроде как доделал склад, но, блин, тут больше не влазит. Ну, единственное, сюда еще можно будет поставить. Что-то как-то, ну, не сильно много. Здесь у меня стоят вот такие ящики, то есть это ящики для лута. Моторная лодка выпала с дропа. Здесь стоят вот такие вот, стоит вот такой ящик. А здесь стоит со всяким таким дропом. Не знаю, я решил, что будет именно так. Здесь у меня основные ресурсы. Вот, и в целом что-то у меня куда-то вроде как не влазило. Хотя нет, я, походу, дело все это дело вместил. Да, вроде как все как... вот этот ящик. Что-то я его сразу не заметил. Вот, это то, что у меня не влезло. Металл у меня находится здесь. То есть печка у меня будет жарить, парить, варить. Там 300 тысяч, все дела. Дофига. Маленькая перестановка. Вот, сделал вот так вот, вроде бы дропался, нет, индастриал грин, он мне дропался, а потом я его переделал в эсплюсовский, потому что эсплюсовский работает у генератора, а этот не работает обычный. Ну и здесь у меня рецептики. Это вот что касаемо дома. Да, еще я сделал вот такой вот заборчик, потому что здесь ходила одна козлина, это тоже установил, надо будет кого-нибудь туда поставить. Козлина черепашья тут ходила и уже решил, ну все, хватит это терпеть, пошли не в жопу, надо закрываться. Вот, и здесь установил дверку и вход. А с обратной стороны у меня здесь никак не пройти, здесь тоже все закрыто. Вот, то есть такое некое ограждение сделал, что будет потом, не знаю, все идет по наитию. Поэтому там уже будет видно. Так, что дальше? Дальше идем искать Мейвинга. Да, я бы здесь, конечно, грядочку какую-нибудь поставил. Вот прям напрашивают сюда какая-нибудь грядочка. Прям очень сильно напрашивают сюда. Вот парочку грядочек. Может быть, слушай, 4 маленькие грядочки. Вот прям маленькие грядочки вот сюда поставить. Да чё, тепличка же все-таки как-никак. Может быть. Я забыл, что маленькие грядки-то тоже есть. И надо будет поставить. Да, наверное, поставлю потом когда-нибудь. Сейчас что у меня? Снаряд-сеть, гарпун, арбалет и мясо баранины, я забыл. Очень смазывается текстуры, я не знаю, что за нафиг. Кстати, покажу свои настройки. Вот настройки уже... Если вкратце, ставил в настройки чуть ли не максимум, там у меня лаги, фризы, все дела, но все было говно, туда-сюда моргает. Короче, я не знаю. Ну, в общем, здесь у меня вообще все плохо, то есть вот, если так посмотреть, то текстуры туда-сюда, то есть то мыльные, то не мыльные и так далее. Я от этого никак не могу избавиться и вообще пофигу. Вот пофигу на все это дело. Так, баранина. Баранина. Чутка баранинки берем. И погнали искать Мейвинга. Мейвинг у меня здесь несколько штук. Один вот там 120-й, другой вон там 120-й. Но я пойду... О, привет. Я пойду туда. Чтобы не ошибиться, давай искать вот так. О, это у меня собака. Кто-то пришел. Так. В итоге, я без понятия по характеристикам, но давай смотреть хотя бы по хпхам. По хпхам, чтобы уже лучше качались хпхи, либо меньше качать хпх. К примеру, вот, 120 левел, и довольно-таки неплохо по характеристикам. Ты где? О, ты там. На улице что-то собаки разговаривают. Я не буду закрывать окно. Я сдохну, если я окно буду закрывать. Духота ядреная. Просто ядрейшая духота. Но что поделаешь?
Хамуха, это шавка, разве он галкос? Бэп! О! Недалеко. Это хорошо. Я тут за ресурсами же гонял. Да, я гонял за ресурсами. Я мутагель же налутал, все дела. Да ёб, потому что у меня опять собака гавкает. Так, какого? Здесь же был сейчас только что... Сатый, он что, в текстурах что ли был? Слышь? Да ты серьезно? Ну был же. 116, не то. Ну и треть тебя растудить. Ладно. Погнали обратно. Ну, на глазах же у вас прям исчез просто. Походу дело заспавнился в текстурах, потом бла-бла-бла, все дела. Ну знаете, как это бывает, типа хоп-хоп, и он исчезает. Вот так вот. Как. Арк и все, что можно в текстурах, это просто неотъемлемая часть. Мне кажется, если в арке уберут диносов, бегающих в текстурах, и уж тем более дропы, застревающих в текстурах, это не будет уже арком. Что-то мне так кажется. Ладно, фиг с ним. Давай, быстрее! Да, это, конечно, удобно, все дела. Это намного удобнее, чем... вот этот мод, я имею в виду. Чем искать самому. Но когда у меня... Ой, баг звука был. Но когда у меня черепаха 120-го левела зашла ко мне на территорию, я понял, что не так-то уж и тяжело. Так, как бы вот это тоже в текстурах не сидело. О, отлично, господи, не в текстурах. Супер. Не в текстурах, это главное. Также хищников не вижу. А значит, что? Будем использовать сеть. Бэм! Отлично. Сеть действует очень много. Вот в левом углу вы видите, точнее, с левой стороны вы видите, почти минута действует сеть. То есть это намного больше, чем волос. Хватать можно многих. Прям реально... Спасибо тебе, носорог. Прям реально можно многих. Если... то есть... Я тут еще что, обзор на сеть делаю? Ладно, допустим. Я ловил Гесперорниса, и ему можно было притащить рыбу. Я не знаю, сажал бы он ее или нет. Но ему можно было притащить рыбу, то есть, и вот так поймав сеть, можно было бы не бегать за Гесперорнисом, а просто притащить ему... О. Так, наш пропавший экипаж назвал этот утконосный планер Мэйвингом. Допустим, они генетически сконструировали его, чтобы он был... кормилицей и суррогатным родителем для всех видов детенышей, детенышей животных. Детеныши якобы считают их молоко чрезвычайно вкусным. Да, в целом Мэйвинг это такой динос. Так. А, ну хотя что, мы сейчас это сделаем. Мэйвинг, он не только летун, ползун и так далее, он еще вскармливает детенышей, то есть это такая няня. Да, с текстурами что-то у меня тут, смотрю, вообще все плохо. Прям вообще все плохо с текстурами. Ты посмотри, как у меня все плохо с текстурами. Да, надо игру перезапускать, чтобы текстуры вернулись на место. Так. У меня что? Не тот этот? Ага. А, господи, я не ту кнопку жму, лошара, вот, нейтрал, все нормально. То есть, Мэйвинг, он служит для того, чтобы выращивать диносов. Точнее, детенышей. То есть, это некая няня, он может тырить детенышей, и это, конечно... Это, конечно, клево. Сама идея, типа, на вражескую базу прибегаешь и стырил детенышей. Почему бы и нет?
Да, что-то здесь с текстурами все равно все плохо у меня. Хе-хе-хе. Так, Мэйвинг. Мэйвинг, мне нужно тебе седло. Седло у меня где-то здесь. Не здесь уже. Ой! Ты что, игра? Вот эти фрезы, прям, я не знаю, ну, очень самая нестабильная карта. Это, конечно, все-таки... Это все-таки, конечно, Генезис 2. То есть она самая не отшлифованная. Самая отшлифованная — это все-таки остров. Ну, самая первая, все-таки, как-никак, карта. И вот эта самая последняя, она самая не отшлифованная. То есть здесь микролаги, микрофрезы и так далее. Это просто... Просто что-то с чем-то. Ну, на Мэйвинге я уже грацевал. Целую миссию на нем проходил. Так что я знаю, что это такое. И в целом это, конечно, прикольная, прикольная животинка. Так, ты что у нас? Собираешь что-нибудь? А ты нормас так-то собираешь? Ты так-то прям не кисло собираешь. Красава. Так, эффективность кармы. О, прикольно. Слушай, в обзорах я по нему не видел. Но ему можно эффективность кормления. То есть это новый параметр. И эффективность кормления можно ему делать. Это, конечно, необычно, но прикольно. В том плане, что... где это... Типа, лучше выращиваться будет. Чисто теоретически, допустим, возможно. Но, блин. Это прикольно, это новый параметр для Диноса. То есть, по сути, это единственный параметр для него. То есть, если, допустим, всякие заряды и так далее, это не единственный параметр, то здесь это единственное неповторение. Прикольно, прикольно. Так, здесь пассив. А здесь будет у тебя... Ах, ты тоже пассив стоит. Так. Что я хотел по сети, пока сейчас погоняем по этому. О, ты вовремя. И вот, притащите рыбу для кормления. Притащите рыбу для кормления. Так. Стоять. Я не знаю, зачем мне будет Геспирорнис. Но я хочу проверить сетку. Я хочу проверить сетку. То есть, по сути, если так, то, допустим, того же самого Оттера будет притомить не так уж и тяжело. Единственное, что каждый раз, кидая сетку, ты наносишь урон. А это, по идее, сбивает этот эффективность. Ты смотри, реально. Бляха-муха. Да рыба, уйди из... Я притомил Геспирорниса. 104... слышь? А, не, я не притомил Геспирорниса. Так, подожди, я его покормил. А, я его начал кормить. О, интересненько. Так, мне теперь вдвойне интересно. Ну-ка, погоди. Что-то я это... Я так и не понял, он так притомился. О, жемчуг. Почему бы и нет? Так. Давай, короче, я не знаю. Стоять, жемчуг. Иди сюда. Иди сюда, жемчуг. Ой, погоди. Ой, погоди. Не, ну слушай, ему же разницы никакой нету, да? Я что там, в кого-то еще попал? А нет, не попал. Как ж меня бесит лук простой. А, погоди, в жопу этот лук. В смысле, нафиг этот лук. Эй, где сюда? У меня ж тут этот топор ядреный. Да и не только топор. Да иди уже сюда, собака ты долбанная. Так, ну-ка не жри мою рыбу. Так, погоди. Чё ты ходит здесь так?
отвали. Гарпунидзе, иди сюда. Хоп, попался. Тащи тело. Да ты срань нехорошая. Да ёшкин кот тебя. Да бляха-муха. Так. Ну, то что... Так, погоди. Мне он, конечно, все равно не нужен, но я хочу проверить. Я хочу протащить две рыбы. Не, ну, Мэвинга, мы притомили, да? Дальше я занимаюсь, чем хочу. Шучу. Ну, я думаю, вам тоже интересно, если вы этим никогда не заморачивались. Я думаю, вам тоже будет интересно. Вот это вот вся фигня. Иди сюда, 120-я рыбёха. Так. О, еще одна рыба будет. Так, не, давай лучше от берега тебя оттащим. Стой там. Так. Ай, ёшкин кот, я думал, она еще не померла. Так, ходи. Жемчуг. Так. Где же нужно, по идее, смотреть ихний какой-то вот этот показатель? Там, типа, вот это вот 0.9. Икс 0.9. Вообще 0.6. А какая разница? Я же только тестирую. О, я вообще, короче, что-то это. Как будто я реально гиперорганизм собрался томить. Так. Куда я ложил труп... Труп рыбы. Надеюсь, он там труп рыбы не... Ага, вот он, труп рыбы. Отлично. Вместо того, чтобы... Да положи ты уже его. Теперь надо найти Геспирорниса. А я знаю, как я его найду. Так. Он же у меня томится. Так, Мэвинг, выйди. Не отслеживать. Надо вот этих еще поубивать. А ну, ёшкин кот. Ёшкин кот, он еще до сих пор живой, прикольно. Так. Так, вот это убрать. Так, ну-ка, иди сюда. Ну давай, тащить рыбу. Тащи. Ну алло. Ах ты ж ублюдок жиробасный. Своими копытами мне мешает тащить рыбу. Так, кормить. То есть, по сути, типа, можно притащить побольше и просто его кормить? А, нет, здесь ожидать приходится. Ну, аж говно. Ах ты ж ублюдок такой нехороший. Время ожидания, а сетка... типа одна сетка для одного кормления, но такое себе. Короче, нафиг. Ладно, Чё еще могу сказать? Проверили. Все замечательно и великолепно. Мэвин, конечно, это клёвый. Мэвинг это просто огонь. Мне очень нравится. Конечно, миссию проходить на нем было. Это вообще ужас какой-то. Но сам концепт, да и в целом вот это все мне очень прикалывает. Особенно то, что можно кататься на нем с горы. Это просто. Просто что-то с чем-то. Ну так. Ухи! Да. Только хочешь покататься на Мэвинге, пройди лучше миссию, вот которую я проходил в прошлой серии. Вот это точно. Вот там ты в волю накатаешься, потому что там, собственно, на это все и рассчитано. Ой-ой-ой, что-то лагало. Оп. О, прикольно. Ну-ка, погоди-ка. Правую кнопку мыши. Ага, он типа по площади бабахает. Прикольно. Хорошо, что ударил слабенького. Мог бы сейчас бы это. Огребся. Вот так вот. На тебе, Кэтсерина. Так. А где?
А где кого я ударил? А где кого я ударил? Ладно, фиг с тобой. На тебя! Так, ну... Собрать траву это классика. Ох, какая я красава. Так. Ладно, что трупу зря пропадать. Я всегда с собой ношу дубину. Пригодится. Клёво. Иди! Подожди, он плюнул, но не, я не ослеп? Это баг или это реальность? Оба-на! Братва! Ну-ка! Пошли вон! Ублюдки, мать вашу! О, опять геспрорница завалил! На тебе! На тебе еще! Вот все за тебя! Точно! А я не ослеп! Эффект действует, но я не ослеп! Черт побери! Вон, видите, правом верхнем углу? Эффект-то действует, а я не ослеп. Так, ты хаваешь. О, ты мясо хаваешь, красава. Ну-ка давай. Мочи их всех. Это мы что, летим? Летим. О, и так он даже это... Он и ресурсы так лутает. Вот это я понимаю. Красава. Так. А! На С по дефолту у меня на Ctrl это этот. Типа стырить детеныша, я понял. Ну, либо стырить детеныша, либо своего детеныша в кармашек положить. До 4 детенышей, насколько я понимаю, он может у себя хранить. А я... Хач! Пролагал нафиг. Ага. А вот сейчас он меня залутал. Ну, пофигу. Оп. Отлично. Ну, что я могу сказать? Прикольно, прикольно. Динос очень прикольный. Что еще здесь можно подкачать тебя? Да, вес не обязательно. Ой, да давай здоровье, а что еще качать у тебя? Вообще прям просто супер. Меня прикалывает, вот сам факт того, какой вот он. Блин, было бы прикольно, если бы он еще мог бы по воде скользить. Типа на яйцо? Где яйцо заметил? Эй, ты ж, ёб твою ж за ногу, не та кнопка. Но яйца он не может дырить, логично, да? Было бы прикольно, если бы он еще мог бы яйца дырить. Вообще, в целом, ты вот так подходишь, короче, хоп, он хватает, типа, и переносит себе в сумку закидывает. Блин, прикольно. Ну, естественно, всяких диких кайруку и вот все в таком духе он не может таскать, но вот таких, которых кто-то выращивает, он может. Это прикольно. Yeah. Кайф. Мне однозначно Мэйвинг нравится. Да не нравится в нем моя миссия, как я уже сказал. Она жестокая была. Она была ко мне жестока. Ладно, на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, наконец-то делиться моим видео с моими друзьями. Там все, всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.